Как можно повысить эффективность своей рекламной кампании? Начнем с самого простого. Многие компании, с которыми мы работаем и общаемся с руководителями, они говорят одно и то же, что в последнее время рекламные кампании стали менее эффективными. И это действительно так. Потому что чем больше компаний используют какой-нибудь рекламный контекст или рекламную стратегию, тем меньше становится возможности для клиентов выбрать именно вас. И поэтому эффективность рекламы падает. Чем больше людей занимается одним и тем же направлением, тем меньше выгоды и заработка для каждой. И таких причин на самом деле очень много. Но в чем проблема на самом деле? Почему эффективность рекламы является актуальным вопросом? Потому что вы каждый месяц все равно вынуждены для привлечения клиентов опять использовать какую-то рекламу. Те компании, которые говорят, что мы не хотим использовать рекламу, мы вообще не занимаемся рекламой, у нас и так полно клиентов, они просто нагло врут. Потому что нет способа работать компании, не привлекая клиентов. Если это компания бизнес-структура, да, если у них нет специальной модели, то их бизнес обречен на провал. Они обанкротятся. Поэтому, когда говорят, у нас нет рекламы, мы не делаем рекламу, возможно, это и является их рекламной стратегией. Как сделать ее эффективной? Мало кто на это обращает внимание. Вы тратите в среднем определенную сумму, бюджет, а не рекламу. И то, чему мы обучаем, это не увеличивать еще больше расход рекламы. Нет. Если вы видите, что эффективность вашей рекламы не очень высокая, она не дает того результата, который вы хотели бы, вот мы предлагаем делать следующее. Научиться анализировать, начиная с того, куда и как размещать, и заканчивать тем, как писать заголовки, как описывать преимущества своего товара, как описывать преимущества вашего товара на своих страницах сайтов, фейсбуков, на инстаграме, что показывать людям, чтобы они явно захотели выбрать вас. Вот если вы не включаете информацию, которая позволяла бы людям принимать решение выбрать именно вас, то, иначе говоря, вы просто пиарите этот продукт или эту сферу. Но вы не занимаетесь продажами. Как сделать так, чтобы реклама была эффективной? Я думаю, вот этот семинар наиболее полезный на сегодняшний день.